Пашкоджанне трубопровода по улице Яфремова у Гомеля отбылося у вынику вонковой коррозии. На этом участку с момента его увядения у эксплуатацию в 80-х годах не проводились ремонтно-техничные работы. Пашкоджанне помеж тепловыми камерами выявлено сегодня. Его агульный диаметр раскладает 50 сантиметров. Зараз аварийные бригады ликвидуют несправность. Задейничана необходная техника. Пакуль застаются без теплозабеспечения 7 дитячих садков, 3 школы, 2 медицинские установы, больше как 80 жилых домов и 10 административных будинков. На сегодняшний момент происходит устранение повреждения. Значит, график с 8 часов утра до 8 часов вечера. Поэтому, ну, я думаю, работы будут выполнены, потребители будут включены в установленный срок. Гэты участок плануется включить у план по замене трубопровода у гэтым годзе.